Això, победительница чемпионата России по стритбулу стала Каш Кристина. За третье место награждается Сиротина Дарья. О, я уже две медали. За второе место награждается Грушевская Валерия. За третье место награждается Папыхова Зина. За второе место награждается Сиротина Наталья. И победительница дисциплины по боксу стала Каш Кристина. Молодец, хороший.
Она никого не унесет. Надо просто надо чемодан готовить. А там не надо не верить. За третье место награждается Митрофанова Ольга. Там за третье место награждается Сиротина Дарья. За второе место награждается Сироша Наталья. И победительница дисциплины полдень стала Ткач Кристина. И переходим к награждению призеров чемпионата России по полу среди мужчин. Дисциплина стрейк. За третье место награждается Сирошан Андрей. За третье место награждается Степанов Константин. За второе место награждается Луцкий Сергей. Дисциплина пол-10. За третье место награждается Ермаков Александр. За третье место награждается Павлухин Виталий. За второе место награждается Гост Федор. И победителем в дисциплине пол-10 стал Андрей Сирошан.
ведь не может жарко. Дисциплина номер 8. За третье место награждается Ермаков Александр. За третье место награждается Степанов Константин. За второе место награждается Гост Федор. И победителем дисциплины по 8 стал Сергей Луцкий. Дисциплина по 9. За третье место награждается Гост Федор. За третье место награждается Калюмин Ильяс. За второе место награждается Сираштан Андрей. И победителем в дисциплине по уделению стал Степанов Константин. Маша, одна минута, я подписываю. Да, все спасибо, спасибо клубу, спасибо всему знаку, который помогал нам говорить, спасибо Дмитрию за содействие. На этом чемпионат России считается закрыт.